Так, добрый вечер, девочки, мальчики. У нас сегодня беляши, пироги с капустой, с мясом. Так, Валюша, тебе беляшок. Ты дегустируешь, да? Да. Так, И я так. хочу показать вот в разломе. Видите, какой? Видите, какая вкуснятина? О, Да, сейчас мясо. пробую. Мясо, наконец-то тебе дали мясо, да? То ты оголодавший, бедный. А то Обалдеть. один силу съедим. Да, Петя? Вкусно. Сочно очень. Я их, видите, накрыла крышечкой, чтобы они отспотели, такие мягенькие стали. А вот эти пирожки, вот это с мясом, запеченные, я потом их сливочным маслом еще сверху. Видите, они какие мягенькие все. А там с капустой. Ну, беляши обалденные. Тесто обалденное. Мясо. Килограмм. Мяса много, да. Дегустация, да, Петя? Вкусно? Ладно. Вкусно очень. Молоко, видите, как я закрываю? Пакет. Отрезала, потом вот такой скрепочкой закрываю. Ой. У меня маленькая кружечка. Я не показываюсь, потому что уже за целый день я вам надоела со своей стряпнёй. Пока Петя спал. Я не спал. Не спал, но лежал. У тебя здесь жизни здесь не было. Я не знаю, ты всегда говоришь, не спишь. Обалдевано просто. Еще раз хочу спасибо сказать Валюше. Канал у нее называется «Живу как хочу». Живет, по-моему, Хабаровский край. С Москвой разница у нее 7 часов, а у нас 2 часа. По-моему, это Хабаровск. Потому что мы когда летали в Хабаровск, племянник служил в Хабаровске. Мне кажется, там разница была с Екатеринбургом на 5 часов. Ну, забыла давно. Неправда. За ушами пищит, да? Очень вкусно. Беляш огромный, одного хватит тут мне, например. Танюшка бы пришла, или Женечка пришел, или Арсюша бы. Я бы ему сгрузила. Я написала ей. Не придумаю. Она что ответила? Ничего не ответил. Ну что, чавкач, чавкач. Еще Больше не буду. один уйма поменьше. Они такие зажаристые, кажется. Ну, зажаристые, ну а как? Нужно же зажарить. Ну, мягонькие, да, Петя? Ну-ка, разомни, покажи. Да вот я. Срединочку вот сюда покажи, вот так на камеру поближе. Вот так вот. Тут видите, какое тесто. Вкусное. Очень вкусно. Ну что, всем хорошего вечера. Да, Петя? Да. Хорошего вечера. Спасибо за просмотр.
Пока-пока. Девочки, пока, мальчики. Пока-пока.